В общей сложности в зале регистрации будет 55 стоек. Это в два раза больше, чем в существующем аэровокзальном комплексе. Стойки регистрации будут оборудованы современным технологическим оборудованием, которое позволит с максимальной скоростью и с максимальным комфортом принять багаж пассажира, выдать ему посадочный талон и, собственно говоря, таким образом у пассажира будет больше времени для того, чтобы провести его в зонах отдыха, в зонах коммерческой инфраструктуры нашего аэровокзального комплекса. Все используемые строительные материалы мы применяли от ведущего российского производителя, выполненные по самым современным стандартам качества, с надежностью и долговечностью. Как вы видите, не только фасад, но и кровля имеет сложную криволинейную форму. На этапе проектирования и проведения работ было разработано и внедрено больше 60 технических решений, подано заявки на 2 патентных новшества. Часть людей уйдет, часть нет. Бетон закончился, начались отделочные работы.